У нас наготове тысячи дронов, готовых к запуску по моему приказу. Если Россия или силы самообороны что-нибудь затеют, знаете. Министр Петреус, армия наготове. Последний раз боеготовность третьего уровня объявлял министр Рамсфелд почти 25 лет назад. Знаю. В тот день я лично возглавил патруль. Президент Босворт передает привет. За души тех, кто старался, трудился и мыслил со мной. Но основной труд все еще впереди. Уберите этого мудака с моей палубы. С радостью, сэр. Взяли. Хорошо, что ты молчишь. Нам спешить некуда. Личность установлена, Мейсон Дэвид. Сканирование проведено. Делай все возможное. Я буду на мостике. Мне уже не 10 лет. Но можешь попробовать повторить свои фокусы. Богатство — грех, и мы за него поплатимся. О, ответь, самодовольный кусок дерьма. Хватит говорить загадками! Ее отняли у меня. Ты уже знаешь, каково это? Склад сожгли ради выплаты по страховке, 11 тысяч долларов. Вот во сколько оценили ее жизнь. Она была смыслом моей жизни, ну а ты, Дэвид, ради чего живешь ты? Ради меня? Эйнштейн как-то сказал, анархия капитализма является истинным корнем зла. Твой отец и эти люди отняли у меня Жозефину. И вот, супаесту морту, твой отец мертв. А эти люди... обречены. Да, продолжайте, адмирал Брикс. Надо разобраться. В воздушное пространство Обамы вошел пассажирский самолет. Стоп, это птицы? Я бы раздавал... законы строги среди этих дикарей. На нас напали. На нас напали! Но их тут сотни. Мы только что потеряли видеосвязь с камерой допроса. Следите за Мелендосом. Встретимся на мосте. Если он шевельнется, убить его. Понял? На Обаму напали. Из этой комнаты никого не выпускают. Ты знаешь, что я тебя не убью, Дэвид. Но если не бросишь оружие, я убью твоего друга. 5 секунд на решение.
Надевай. Повернись. Менендес сбежал. Что? Наемники начали воздушный штурм флота. Они проникли на борт Амбамы. Они используют стелсы колонии. Мы задели только 10% их самолетов. Нам нужны тяжелые орудия из арсенала. Они убили охранников Менендеса. Берите все, что нужно. Менендес один бы не справился. У него и тут есть люди. Надо сосредоточиться на контроле над Амбамой. Вниз, охраняй Брикса. Ясно. Закрыть двери серверные. Никого не впускать, не выпускать. Скоро все закончится. Удачи, Сектор. И тебе, Сол. Нужно пробить себе дорогу к мостику. За мной. Я на мосте. Хочу отрубить оттуда автоматику.
Закрой дверь. Что с системой безопасности? Через пару минут мы их включим. Мне нужно прорезать эту стену немедленно. Я потерял связь с адмиралом Риксом. Он может быть в опасности. Мы получаем картинку с камер. Запусти распознавание лиц всех людей на корабле. Мы должны найти Менендеса. Поиск совпадений в базе данных системы безопасности. Перезагрузка всей системы — это серьезный риск, сэр. Нет гарантии, что она потом запустится. Это лучше, чем сейчас, когда она истребляется. Делай. Сэр, мне нужно получить ваш допуск. Брикс, Менендес совсем рядом с серверной. Не отключайте систему. Без нее Менендес ворвется внутрь. Брикс! Менендес. Брикс сейчас перезагружает все системы. Пытается вернуть контроль над защитой. А Салазар? Там же. Рядом с Бриксом. Адмирал Брикс!
Отдай членосос! Я сдамся, когда все закончится. Парень, я увижу твой труп еще до того, как ты решишь сдаться. Я тебя не виню. Почему бы Салазару это не сделать? Брикс хороший человек, Менанес. Не убивай его. Выстрели в ногу. Он жив. Спасибо, Рауль. Если мы сегодня победим, адмирал Брикс поймет, почему я оставил его в живых. Салазар, шевелись, твою мать. Всем офицерам СБ, командир Дэвид Мейсон. Салазар, боец отряда котиков, работает на врага. Он так и задумал. Менендес пронес на борт целлериевый чип и взломал систему. Теперь в его руках сеть спутников, управляющая всей эскадрой дронов США. Мы должны сообщить в Пентагон. Будь осторожен. Если даже Салазар влип, то никто от этого не застрахован. Удачи. Лазарет его. Пусть инженеры срочно этим займутся. Нужно найти источник сигнала управляющего спутниками. Сектор, это команда службы безопасности Эпсилон. Мы взяли Салазара. Он сдался без боя. Ты где? Второй ангар. Уже иду. Что с Менендесом? Он убил одного из наших. Пара секунд не хватило, сэр. Предал, Салазар. Сегодня трудный день, сектор. Но завтра мы все победим. Все победим. Я иду за Менендесом. Внимание всем, кто меня слышит, говорит командир Дэвид Мейсон. Система обороны под угрозой. Готовимся к эвакуации. Покинуть корабль. Повторяю, всем покинуть корабль. Контролирует всю эскадру дронов.
Это его козырь. Он вот-вот спустит наши дроны на весь земной шар.